Всем здорово, с вами Барон. Сегодня я надеюсь, что вступлю в армию Синфьера. Но у меня есть одна небольшая, так сказать, проблемка. У меня нарко 20 штук, и мне нужно сожрать их, пока не прошли вот эти вот все, короче, бомжи. Когда они пройдут, тогда уже будет полная, так сказать, в общем, не зайду я больше туда, если вот эти все пройдут, и там всех примут, скажут, типа, все, там набор закрыт, а у меня нарко как раз закончится, и считай, я и нарко все просрал. Ну, я его сейчас ем по 3 грамма, чтобы поскорее закончился, но уже и нормально все было. Так. Главное, чтобы до ломки не дошло, но думаю, что до ломки как раз это все не дойдет, но все равно. У меня уже 1500 зависимости, еще 20 и шандец вообще. Так, давайте. Флудим. Так, надо флудить немного. Главное, чтобы на агент ФБР не наткнуться, а то он сейчас скажет, типа, ты что тут делаешь, вообще борзый, что ли? Скажи, типа, конфету ем. Я у них, короче, как? Спрашивал, мол, типа, заберите у меня эту хероту. Они говорят, типа, нет, мы не можем это делать, мы не можем забирать, там, да-да-да-да-да-най. Я, типа, ну, нифига себе. Агент ФБР, один говорит в участок, другой там, что-то там говорил. Кстати, я себе купил мотоцикл ПСЖ, да. Вот, не знаю, тут его нет, конечно, у меня заспавнился уже в ХЗ где. Дома тоже нет. Дом я так как продал, и все, короче. Больше у меня дома нет, так сказать. Катя, эффект. Охренеть, ну и ник. Так. Какой хоть левел-то? 5 левел, ну нормально. Сейчас еще какая-то девка там из нашего сервера, что ли, на мисс штата поперла. 50 или 46 левел она, короче. Вообще задротка, я не знаю, какая. Играть столько, это мозг лопнет, треснет. Кора головного мозга просто, я не знаю, реально там треснет, или нужно полным неадекватным быть, чтобы играть до 46-го, мать его, левела. Это без остановки получается, ну где-нибудь, ну год без остановки, если. А по-любому там года 3 играет уже, 4 с открытия, нахуй. Хотя я видел чуваков и 52-го, и 55-го левела, и 58-го даже видел. И ну, это реально, это просто задротство, чтобы играть до таких левелов. И не удалили еще аккаунт, ничего не забанили, это без читов, там без всяких играли, значит. Правда, у них банов при этом кучу вообще, очень много банов, всяких варнов, то есть. У них там, считай, денег ни хрена нету, статистика там не только дед, там уже походу покойник, а не дед у них, блин. Того 14 грамм. Так. Жрём. Ну, вроде, короче, люди пополняются потихонечку. Угу. И там еще вон не все прошли, там, то есть по одному проходят. Все хорошо. Чего? Не понял. И чё это? За что? За что? Что? И чё за вот это? Охренеть, вашу мать, блядь. Жмяком. Бежим, блядь, ебаный рот, сука, еще машин нигде нет. Пошлите, я иду за вами. Пошли, хули. Куда идти-то? Так, ну и чё? Пидорас.
Может, не, драпу дать, а, в принципе. ППС лимит, блин, лимит. Вот. ППС лимит 20. Пусти, ё-моё. Не... Охренеть, вот к ментам подходил 3 раза, чтобы нарко забрали. В итоге ни хера не забрали, да еще и посадят сейчас. Ну, хотя это вряд ли что посадят, но... Будь другом, отпусти, ё-моё, ну что это тебе стоит, алло? Скажи, что ты бомж, старший лейтенант. ДПС, ППС, милиция. Пошел ты. Я хотел убежать. Так, я бы давно сделал. Бля. Ай, сказал же чисто формальность. Снимай браслеты, падла. Да, сейчас, блядь, разбежался. Ага, хуй там, блядь. Шлюха. Садись, красавец. В общем, видео я приостанавливаю. Ждем. Итак, мы продолжаем. Я вышел из тюрьмы. Меня кикнуло по подозрению в читерстве. Такая тема, что когда меня кикнуло, я, блин, в общем, отсидел 1200 секунд, ну, не полные, там, 600 секунд я отсидел, а дальше меня адвокат выпустил за 3000 вирт, и мне пишет какой-то человек, зайдите на офсайт, посмотрите информацию, что-то, ну, вас взломали, типа, он там, здравствуйте, я админ 11 сервера, ваш аккаунт подвергся, там, взлому, никогда не ведитесь на это все развод, потому что, во-первых, хак первого левела, во-вторых, это не бывает такого, админам не нужны ваши ни пароли, ни логины, совсем ничего, они могут статистику вашего персонажа смотреть, и, если что, удалять нахер аккаунт. Если вас взломали, кстати, тоже можете ничего не писать, типа, верните мой акк, можете не мечтать, если у вас только нет знакомых админов. А так просто его удалят, обнулят, и дел аккаунт, все, короче. Прощай, акт, так сказать. У меня вот, помню, акт взломали, и так он у меня стоит, главное, его не удалили, ничего, но он там есть на 04 сервере, нет, на 02, не помню, Серега Джонс, по-моему, я его так до 16 левела вкачал, и так и оставил там. Так, о, тут этот. В общем, договорился я с Бенджамин Бюрн, это лидер ЛВА. Ой, ЛВА, СВА. Он меня сейчас примет на ранг на первый. Ну, разумеется, на первый ранг как же. Выше никому не дают, как только принимают. Вот. Он сказал на КПП ехать. Я написал ему, типа, и Бен, типа, прими. Я немножечко опоздал. Меня там сажали. А как меня за нарко-то, как вы, думаю, видели, посадили? Я к ним реально подходил, там, раз по 20, что ли. И они говорят, один в участок, другой говорит, типа, не мои заботы, типа, там, все, давай дальше. А потом сам подбежал и взял меня. Ну, и так, я уже практически около КПП. Кстати, почему я решил пойти в армию? Потому что, во-первых, потом, после армии, сразу можно идти в ПД, ну, а 1-2 КК, я думаю, мне хватит, и дома пока ловить, разумеется, я не буду. Разве что утром, когда они как раз самое время им слетать. Тогда будет, да, тогда будет это очень хорошо. Да и онлайн маленький утром, как вы, думаю, все знаете. Онлайн 11 сервера в 5 часов утра составляет 18-17 человек. Более к 8 уже по 30. То есть, ну, это все равно очень мало. Это в армии, ну, 2 человека будут сидеть. Ну, может, лидер за... Ни хрена. Может, лидер зайдет. Так, ладно. Бен. Так, сейчас мы напишу. Я на КПП. Так.
так, что ли? Так, я на КПП. Не, по идее... О, нифига себе. Вот это да. Вот это бомжик. Так, это он едет там, нет, на скутере? Угу. Нет, не, блин, да не он. Бомжи! Бомжар, а. Криворукая. Блин, где Бен? Бен. Фак. А, вот Бен. Блин, ну принимай уже меня, вот он я. Вот я. Опоздавший, блин. У меня что, пинг такой высокий, что ли? Я не пойму, понять никак не могу. Да, пинг нехилый у меня, конечно. FPS лимит 90 кадров. О! Примешь, елки-палки. О, у меня и пинг уменьшился. Нормально, все, 90 кадров в секунду, самое то. Все как-то даже быстрее стало. Ой. Бен, блин. Примешь, нет. Так, стоп, он меня принял вообще, нет? Да, нет. Блин. Бен, блин, елки-палки. СНС писал, елки-палки. Ай, блин, чуп-чуп. Паспорт. А, во, паспорт, елки-палки. Тьфу, блин, елки-палки, елки-палки. Ой, 170. Давай, давай, принимай, я 8-й левел, мне можно, я в охрану могу уже. Ок. Я знаю, что лаги. А, так, ну что такое? Ну что это? Ну. В общем, я релог, ждем. Итак, мы перезашли. Так, да. Возьмем свой ганчик и нужно подняться наверх на плац. Когда, кстати, вы, допустим, опоздали на построение, да, не нужно соваться там вперед, да, просто потихонечку вот так вот встать, все. Стоите, ждете. Вообще, что здесь нам будут рассказывать, в основном... Здесь нам будут рассказывать, какие посты есть, какие квесты есть. Ой, ну, иногда о системе повышений, но здесь я точно не знаю. Так. Не знаю, что они вот тут встали. Кто-то летает, все тут маты поставляют. Ну, это нормально. Утром можно попоставлять материалы. Вот. Но это и с разрешения, кстати. И нужно обязательно иметь лицензию на пилота. На оружие лицензию нужно иметь. Продал дом. Ну, продал. Так, давно уже. Чё за чувак, кстати? 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2. О, 6-й левел, неплохо. Так. Я в армии. Кстати, в армии запрещено смотреть на часы и доставать телефон. Но я как бы достаю, так как наши все полковники, которые там стоят спереди нас, все заняты своими делами. Там погоны генерала дают друг другу. Так. Ты же снимал летсплей про заработок в СТО, блин. Да, я. Да, снимал. Ой, так,
до 250 плюс к. Блин, сейчас не знаю даже, что буду в армии делать. Ну, в основном, наверное, видео будут выходить меньше. В основном сейчас буду снимать Майнкрафт, потому что, ну, действительно, ну, как бы я буду... Вам не будет интересно, я вот это точно знаю, что вам не будет интересно смотреть на то, что я стою на посту и страдаю просто фигнёй. Притом я буду рядовым. Так. Да. Вот. А рядовой это как? Ну, это как собачка, можно сказать. Он будет бегать за всеми, он ему нужно получить ефрейтор хотя бы. Вот получу я ефрейтора как только, так сразу начнутся неплохие летсплеи. То есть я там буду уже и маты поставлять, и что-то делать, чем-то там заниматься. Да, а как... Младший сержант стану, то сразу перевожусь в армию. О, фу, ёлки-палки, вообще слова путаю, спать уж хочу. У меня как бы, ну, не знаю, сегодня такие дела, что устал. В общем, сразу пойду в ПД, наверное, в ЛВПД. Я точно не знаю, смотрю, где преступнику больше. Но, наверное, либо в ЛС, либо в ЛВ, там, как-нибудь вот так. И уже как бы... Можно и дома ловить, но там тоже на КПП долго стоять буду. На КПП долго стоять буду и ждать, пока меня повысят, опять что-то делать. Так, ты теперь... Ага, да. Блин, вот пишут все. Не знаю, я даже думаю уже на випку себе задонатить 250 рублей уж, и чтобы телефон отключать, потому что реально смс-ки идут. И нормально. Это, в принципе, иногда хорошо. Самый блатерный сервер. Да пофиг вообще. Может, это даже и к лучшему, я больше успею вам показать, а потом переведусь как-нибудь на другой сервер. Но это уже левел к 20-му, может быть, ну или к 16-му, там, как-нибудь так. В общем, а нам тут вообще в данный момент ничего не говорят. Надо размять немного ноги. Вот так вот. Так. А так нам никто ничего не говорит. Я, наверное, сейчас офну, а потом клист посты и узнаю у других людей. А на этом я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи, всем пока.